В совокупности Александр Никитин возглавляет администрацию региона в течение 6 лет. Одним из главных поводов для гордости он лично называет развитие системы образования. Сегодня в Тамбовской области обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей всех возрастов. В школах региона предоставляется бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В числе других результатов социальной политики последних лет – завершение реконструкции социального МФЦ в Тамбове и первой очереди геронтологического центра. Уровень безработицы в регионе ниже, чем в среднем по России. Создано и модернизировано около 15 тысяч рабочих мест. Индекс промышленного производства за последние 5 лет составил 140%. Активно развивается и сфера АПК.